Здравствуйте, меня зовут Михаил Шестов. Я журналист и автор книг «Как научить себя учиться» и «Как быстро выучить иностранный язык», то есть методист. Много лет назад я подробно проанализировал эффективность традиционных, интенсивных и других методик изучения с нуля и совершенствования в языках и пришел к неожиданному выводу, что многие из них являются шарлатанскими. В общем, вузы, школы, курсы, книжки, обучающие программы, электронные словари, синхронные и прочие переводчики есть, а английский не учится или не улучшается ни у учеников, ни у преподавателей, в том числе носителей языка. Подробная информация о моей и других системах обучения на английском, русском и других языках находится на сайте издательства Wayward Ventures Publishing по адресу www.shestav.ru. Произнесу по буквам. www.shestov.ru. Кстати, я произнес эти английские слова медленно не зря, а с целью демонстрации замедленного, всем понятного и легко воспроизводимого способа начитывания текстов на изучаемом языке, на котором, в числе прочего, базируется мой метод обучения. В данном семинаре, который также можно назвать кратким введением в универсальную педагогическую систему Supreme Learning, речь пойдет о способах изучения и совершенствования любого языка, в частности английского, и о том, как научить себя учиться. Сразу скажу, что система нетрадиционная. Все привыкли к определенному способу обучения, следуя которому под видом английского в школе, в институте или на курсах в основном преподается грамматика. Даже на тех курсах, которые автор называет интенсивными, все равно все сводится к традиционной форме подачи материала. То есть перед вами у доски стоит преподаватель и пытается объяснять вам грамматику на простых примерах. А потом вы, базируясь на услышанном, пытаетесь выполнять странные упражнения, которые якобы должны обеспечить запоминание. Мой метод базируется на здравом смысле. Что имеется в виду? В нем не применяется никаких упражнений, которые бездарно тратят мое и ваше время. Почему основы системы «Как научить себя учиться» преподаются мной на примере изучения или улучшения любого уровня владения языком, в данном случае английским? Дело в том, что именно от уровня владения всеми формами родного и иностранного языка, на котором ведется преподавание, зависит эффективность обучения любому навыку или учебному предмету. Поясню. Если преподаватель излагает существо предмета, а студент, не четко понимая, то есть не владея активно какими-либо из профессиональных терминов или понятий, содержащихся в тексте урока, пытается усвоить эти объяснения не слово в слово, а механически переводя речь наставника в систему привычных, образных, примитивных кодов, сформированных предшествующим жизненным опытом, то у такого учащегося нет никаких шансов прочно усвоить или освоить изучаемый предмет. То есть, если лектор говорит непонятным языком, использует незнакомые слова, вы содержание лекции воспринимаете нечетко. Такие знания неустойчивы. Эта тема подробно раскрывается в моих книгах и курсах для заочного и самостоятельного обучения. Чтобы значительно улучшить уровень запоминания и использования информации, для того, чтобы научиться учиться и, например, выучить английский или усовершенствоваться в языке, нужно следовать одной простой схеме. Система базируется на четырех китах. Первый – кит. Вы должны научиться громко и правильно проговаривать предложения и фразы на изучаемом языке. Свободно читать с листа или повторять за или вместе с носителем языка любые тексты. Второй кит. Вы должны научиться громко и правильно произносить любые слова. Вам хочется спросить, а это разве не одно и то же? Чтение предложений, чтение слов. Отвечаю, нет. Слова во многих языках, а тем более в английском, при быстром проговаривании в так называемой слитной речи искажаются и деформируются. Поэтому любой нормальный человек должен владеть первым и вторым китом для того, чтобы свободно понимать, что ему говорят, и говорить так, чтобы это было понятно любому носителю языка в любое время дня и ночи.
Третий кит. Вы должны научиться свободно раскладывать любые слова на буквы и записывать или четко представлять себе слова, когда вам их диктуют по буквам, подкрепив этим процесс запоминания. И последний кит, который иногда применяется мной для улучшения памяти. Безошибочная запись некоторых текстов под диктовку или самостоятельно. Поясню подробнее. Применительно к изучению языка. Американец или русский? Аналогичные проблемы с улучшением английского есть и у любого носителя языка, который периодически не читает слух отчетливо, правильно и достаточно громко, не произносит чужие, написанные образованными носителями языка, грамматически безупречно составленные предложения или не раскладывает слова на букву вслух, не знает, не хочет или не может запомнить их спеллинга или не записывает, не копирует грамотные тексты под диктовку или с письменного оригинала, диктуя себе по буквам вслух, причем в хорошем ритме и без незамеченных ошибок. Не имеет никаких шансов, не в состоянии не расширить свой словарный запас, письменный или устный, не научиться грамотно или грамотнее разговаривать и писать. Такие люди, как правило, не умеют учиться, то есть у них нет привычки учиться. Можно всего этого и не осваивать, а пытаться, как делают почти все, учить ломаный, устный, безграмотный письменный английский. В этом случае все, рано или поздно, столкнутся с дискриминацией по языку. Поясню. У англоязычных людей есть следующее неискоренимое народное поверье, что если иностранец разговаривает на плохом английском, то он умственно неполноценен. Да и подумайте сами, стали бы вы нормально, на повседневной основе общаться с иностранцем, который бы каждое слово проговаривал неправильно? Вряд ли. Зачем нужно напрягаться и думать над тем, что рассказал собеседник? Транскрипция, изложенная в учебниках, является примитивной. Запомните, пожалуйста, это слово. И не точно передает звуки. Вы об этом не знаете, да и почти никто не знает, что транскрипция не точно передает систему звуков, фонетическую систему английского языка. Таким образом, если вы с первых же уроков не освоите правильное произношение, как его не освоило подавляющее большинство, например, российских методистов и преподавателей языка, не говоря уже об обычных людях, вы будете обречены, как и большинство иммигрантов в Соединенных Штатах, Великобритании, Австралии, на предвзятое к вам отношение. Теперь переходим к конкретным проблемам, с которыми сталкивается иностранец, когда он пытается выучить английский. Например, в английском языке гораздо больше гласных звуков, чем в русском или испанском. Давайте пройдем через некоторые типичные фонетические иллюзии и ошибки студента и преподавателя. В русском языке значение слова меняется при переносе ударения. Например, замок и замок, гвоздики и гвоздики, мука и мука и так далее. А в английском значение слова меняется от четкости проговаривания коротких и длинных звуков, для воспроизведения которых необходимо точное следование правилам артикуляции. Таких пар немного, но они активно употребляются в речи. Например, следуя примитивной транскрипции, которая применяется всеми преподавателями мира при обучении иностранцев, учащийся ошибочно полагает, что два уникальных английских звука, долгое «и» и короткое «ы», отличаются друг от друга только долготой звучания и произносятся как русское «и». А это абсолютно не так. На самом деле первый звук – произносится с обязательным раздвиганием губ, как «и» в слове «сид», это долгое «и», а второй с неподвижной челюстью, как «ы» в слове «сыт». Любой иностранец, преподаватель или студент, который не владеет лишь этими двумя звуками, уже обречен на освоение грязного, ломаного английского. Неумение правильно и четко произносить гласные и мешает всем овладеть английским. Приведу еще несколько простых примеров. Короткое «у» и длинное «у». Это короткое, это длинное. Короткое произносится как «у» без движения губ, длинное как «у» с движением губ. Два слова. Первое пишется «f», «u», «l», «l» и читается «full», это слово «полный», и F, O, O, L, F, O,
F-O-O-L. Слово fool, глупый. Наши соотечественники постоянно произносят слово глупый вместо слова я сыт, потому что fool означает я сыт, а fool уже глупый. Предложение. I'm, это медленно читается так, I am, а быстро I'm, fool, как вы понимаете, звучит абсолютно невероятно глупо. Человек пытается сказать «я сыт», а вместо этого произносит «я есть дурак», «я есть глупый». Второй пример. Два слова. «Тащить» на себя, «тянуть» и «бассейн». «Тащить», «тянуть» пишется. P, U, L, L. А «бассейн» пишется P, O, O, L. Повторяю, чтобы вы видели артикуляцию. P-O-O-L. Первое значит тянуть, а второе значит бассейн. Наши соотечественники, когда они хотят сказать тянуть, обычно говорят бассейн, то есть двигают губами на у. Pool. Естественно, носитель их понимает еле-еле. Им нужно помогать себе объясняться с помощью жестов, то есть показывать. Ну, тянуть, понимаешь, тянуть. Окей. Значит так. Короткое «у» без движения губ употребляется в словах. Таких словах, как «кук», «щук», «лук». То есть никаких «куков», «щуков», «луков» не бывает. И длинное «у» «у-у» идет со сдвиганием губ. Я просто суммировал. Такого четкого различия между звуками «у» и тем, какой смысл передает каждый из этих звуков, нет ни в одном языке мира и, естественно, в русском. Короткое и длинное «а». Длинное «а» произносится «а» с опусканием челюсти, а короткое «а» произносится «а» без опускания челюсти. Слово «удача» на самом деле произносится не «лак», а «лак». А слово «замок» произносится как «лак». Наши думают, что это «лок». «Лок». А слово «удача» – это «лак» с московской «а». Опять такая пара, которую не могут понять носители языка. Просто не могут понять. Наши думают, что слово «замок» произносится как «лок», как «о», а она произносится на самом деле с «а», и что слово «удача» произносится как «лак». На самом деле «удача» – это «лак», четкие, абсолютно разные звуки. А слово «замок» – это «лак». Короткого «а» в русском языке нет. Поэтому всей страной мы проговариваем, если не знаем этого звука, его неправильно. И все слова, в котором он идет, неправильно. А от этого зависит понимание. Понимание того, что вы говорите, ими, и понимание того, что они говорят. То есть вы не знаете короткого звука «а». И вы, естественно, нигде не можете его отследить. Если вместо долгого «а» с опусканием челюсти или короткого «а» произнести русское «а», типа «ма-ма», американец или англичанин вас не поймет. То есть в английском существует также два абсолютно не встречающихся в русском языке звука «а», о чем я и говорил. И еще хочу акцентировать ваше внимание на том, что нет никакого слова «not» и никогда не было. Это произносится как «not». То есть это долгое «а». Слова «нет». Теперь представьте себе, что все иностранцы всегда произносят неправильно все звуки «а». Третья пара. Короткое «и» и длинное «и». «И-и» и «ы». Примеры. Слово «боб» – это «b-e-a-n» – «been». А причастие от глагола «to be» – причастие прошедшего времени – это «бын». Это «бын». По примитивной транскрипции абсолютно невозможно выучить разницу между, и это последняя пара, звуками «эа» и «э». Множественное число «мужчины», слово «мужчины» – это «мен», от слова «мужчина» – это «мен». Единственное число – это «мэан», то есть это дифтонг. Наши произносят это одинаково. Мэн, мэн.
носитель языка не может понять, об одном мужчине или человеке идет речь, или о двух, или трех и так далее. На самом деле это очень простая вещь. Это два звука. Мэ, ан, э, а. Это один. Э. Как е. Мент и тому подобное. Мент, кент, такого типа. В результате такого обучения до 95% слов наши соотечественники произносят неправильно, что приводит к тому, что носители языка их плохо понимают. И при этом удивляются, когда с ними никто не хочет общаться или сотрудничать и не предлагает им нормальную работу. Этот язык не латынь. Если вы будете читать слова, так как они написаны, не сокращая безударных гласных, носители языка вас не поймут. Например, если вы говорите слово «билет», «тикет», вы делаете две грандиозные ошибки. Это слово по-английски на самом деле звучит так. Короткое «I», то есть «ы», и второй безударный слог редуцируется и никогда не произносится как «э». «Тикет». То есть слово на самом деле звучит так. «Тыкет». «Тыкет». Даже в этом простом слове практически все соотечественники, включая преподавателей филологов высшего уровня, делают ошибки. В результате многолетних исследований методов обучения мне удалось выяснить, что именно неправильное произношение звуков и слов делает невозможным освоение или совершенствование английского. А количество ошибок произношения у большинства иностранцев зашкаливает за 90%. И еще один нюанс. Даже зная и владея этой информацией, вы не сможете научиться ее использовать в автоматическом режиме беглой и слитной речи, потому что для освоения разговорных навыков должна быть задействована какая-то система запоминания. Эффективных систем запоминания ни в России, ни в Америке тоже, к сожалению, нет. То есть фонетика и артикуляция осваиваются не через интеллектуальное запоминание или зубрежку грамматических правил, не через беседу с преподавателем на ломаном английском, а через качественное чтение вслух серьезных текстов, состоящих из 2-3 тысяч слов, причем без остановок в течение конкретных промежутков времени. Такие упражнения и развивают разговорные навыки, автоматизируют их. Кроме того, если вы не четко знаете, как произносится буква алфавита, вы не можете свободно, четко и быстро представить себе буквенный состав слова. Если вы не можете свободно разложить слово на буквы и свободно его записать, когда вам его кто-либо диктует по буквам, что в англоязычных странах происходит постоянно, в силу того, что много слов произносится одинаково, но при этом пишется разными способами. Эти слова называются омонимы, то есть в этом языке очень много омонимов. Побуквенность – неотъемлемая часть общей правильной и рациональной структуры обучения. Таким образом, в течение нескольких часов вы, занимаясь по очному или заочному курсу Supreme Learning, слышите каждое слово, проговариваемое на такой замедленной скорости, что его не услышать невозможно. Кроме того, слова разбиты на слоги или, на научном языке, на микрофонемы, таким образом, что вы можете их свободно воспроизвести, имитируя правильную артикуляцию. Английская артикуляция очень проста, она просто не похожа на русскую. Она базируется всего на нескольких положениях рта и языка, которые очень легко ставятся и автоматизируются через подражание движением рта преподавателя. Без нее язык не членоразделен. Если вы на любых курсах не будете следовать этим простым правилам, то есть произносить все длинные звуки и короткие гласные именно так, как они произносятся, и артикулировать их правильно, вы никогда не сможете освоить нормальный английский. На сайте одного из американских университетов есть образцы акцентов людей, которые приехали в Америку в возрасте после 12 лет. Так вот, представьте себе, что даже после 40 лет проживания в Америке они делают те же самые ошибки. То есть обучение примитивной фонетике и отсутствие способов автоматизации речи приводит к тому, что нормальное произношение иностранцам не осваивается. Он не в состоянии самостоятельно его освоить. Этому нужно обучать системным образом. Возвращаясь к рациональной структуре очного или заочного обучения. В течение нескольких часов вы, невзирая на уровень способностей, потому что от вас требуется простое подражание движения мышц рта, вы освоите все звуки английского, которые вам никто никогда не преподавал, и я не знаю, будут ли они когда-либо кем-то другим поясняться иностранцам. После чего мы с вами переходим на стадию автоматизации навыков.
Выработка добротных навыков имитации чтения занимает примерно 16-20 часов. То есть это все, что от вас требуется. Затем мы переходим на освоение многозначности слова, а потом к освоению практической грамматики. Не через освоение значений филологических терминов, которым все безуспешно пытаются обучать. Как ни странно, практически все пытаются превратить вас в студента-лингвиста, то есть сделать так, чтобы вы запомнили ненужные слова – причастие, наречие, герундий. То есть вас пытаются учить, как в школе, вас пытаются учить грамматическим терминам. Грамматические термины для освоения нормального разговорного или нормального литературного разговорного английского абсолютно не нужны. Материалы построены таким образом, что от вас не требуется никаких интеллектуальных усилий, кроме чтения и повторения. Вы не остаетесь без внимания во время обучения очно или заочно. С вами занимается преподаватель. Материалы гарантируют, что вы нормально освоите или автоматизируете материал. Причем для автоматизации навыка присутствие преподавателя в классе не обязательно. Главное освоить простейшие навыки имитации и артикуляции. Людей, которые это не осваивают, практически нет. У одного человека на это может уйти 4 часа, у другого 16 часов, но это абсолютно максимальное количество часов. Я хочу подытожить. Все в процессе обучения или улучшения английского вращается вокруг правильного произношения. Если вы произносите слова неправильно, американцы или вас не понимают, и вы толком не понимаете, что они говорят. Потому что мозг как бы не справляется с этой странной работой. Возьмем в качестве примера человека, который говорит по-русски с ошибками. Например, он говорит «систая» вместо «чистая». Сколько бы вы раз не повторяли это слово, это вам вряд ли поможет. Потому что вы нигде и никогда, кроме как от таких же, как вы, иностранцев, ничего подобного не услышите. Бесполезное занятие. Делая ошибки в словах, произнося слова нечетко и невнятно, выучить английский невозможно. Именно потому, что никто не ставит произношение взрослым людям, что от взрослых все отказались, по большому счету, именно по причине плохого проговаривания, практически невозможно расширение активного словарного запаса. То есть то, что вы сегодня «выучили» в кавычках, вы завтра или через 2 недели забудете, так как подобные навыки неустойчивы. Есть нормальный быстрый способ освоения навыков правильного произношения, и это вовсе не сложно. В театральных училищах это ставят годами, потому что все растянуто, установлены сроки, почасовка, ставится по одному звуку в неделю. Также примерно работают логопеды в России, ставят по одному звуку. То есть они действуют по странным растянутым учебным планам. Мой метод базируется на молниеносной постановке всех звуков. Причем это объединение многократно ускорило процесс автоматизации речи. В течение одного большого обзорного урока вы проходите все звуки и больше не опасаетесь того, что дальше будет еще сложнее. Мол, это цветочки, а ягодки будут впереди. То есть вы подспудно больше не побаиваетесь того, что материал будет постепенно усложняться. Так вот, постановка произношения по системе Supreme Learning происходит очень быстро, в течение нескольких часов. Почему? Дело в том, что я научился ставить все звуки в течение 1-2 занятий, затем доводить до ума в течение нескольких занятий, а затем автоматизировать. То есть при освоении используется правильная, эффективная система автоматизации навыка. После десятка занятий на наших очных или заочных курсах студент начинает говорить настолько правильно и четко, что носители языка, даже специалисты по фонетике, не понимают, как они смогли этому научиться. Делают комплименты различным предположениям, типа людям с 8-летним образованием, например, с 8 классами образования. Вы работаете с американцами. Или, например, Евгений Росликов, российский программист, который эмигрировал в Канаду. Он занимался позаочным материалом, потом просто написал мне из Ванкувера, что родные не могут его отличить от носителя. Это реальный программист, реальный человек. Вот что написал мой студент Виталий Трипольский из Нью-Йорка. Я приехал в Америку не так давно. На родине работал архитектором. Знание английского на уровне выпускника технического вуза, то есть обычный. Уметь читать и переводить со словарем. Хотелось найти наиболее эффективный путь к языку. И сразу же столкнулся с главным препятствием. Как же правильно прочитать и произнести английское слово? Самоучитель уделяет этому непонятно скромное внимание. Фонетическая транскрипция в знаках международной системы
видимо, придуманное британскими колонизаторами для примитивного обучения жителей Индии, крайне неточное и непонятное, фактически является еще одним промежуточным английским и сама по себе требует неопределенно долгого времени на обучение. Ни аудио, ни видео, ни обычные книги не умеют говорить, пояснять слова так же четко и доходчиво, как если бы их читал сам автор для своего 4-5-летнего сына или дочери. 2 месяца я посещал одни из многочисленных курсов. Нужно было просто повторять за преподавателем быстро произносимый им текст. Как кто сможет. Плохо, неплохо, неправильно, гадко, негадко. Никого не касалось. Тут-то и рождаются деформированные знания уроды. После таких занятий люди выходят, прочные навсегда, заучив какие-то чудовищные зачатки знаний не реального языка, а какого-то англо-испанского, англо-китайского, англо-русского жаргона. Я продолжал поиски. И вот я в Нью-Йоркском центре Supreme Learning Михаила Шестова и Джин Ай Пэрис. Просмотрел и прослушал демонстрацию видео и аудиоматериалов по созданной им и его американским партнерам системе. И сразу понял, нашел то, что надо. Фундамент методики – обучение умению правильно прочитать и произнести любое английское слово. Это достигается необычайно замедленным в 10-30 раз многократным произнесением чередующихся ступенями с более быстрым произнесением вплоть до обычного каждого сложного английского слова в составе сложных предложений. Любой начинающий или желающий усовершенствоваться в языке может детально, по элементам, услышать, увидеть, прочитать и затем красиво и правильно произнести любое слово по памяти. У иностранца рождается новая для него способность использования своего речевого аппарата. Над теми, кто прошел хотя бы часть очного или заочного курса, носители языка просто перестают смеяться, громко или в душе, и они имеют все шансы подняться по социальной лестнице. Чтобы предупредить вопросы типа «А вы занимаетесь только фонетикой?», расскажу вкратце о процедуре очного или заочного обучения. По порядку. Сначала идет постановка артикуляции, орфоэпии, проще говоря, где делать ударение, ритма и интонации речи. Проводится практически без перевода слов и предложений на русский язык и без пояснения значений слов и предложений на английском языке. Затем освоение и изучение значений слов, фраз, идиом и тому подобное, а также системы практической грамматики, порядка слов, предложений и так далее, по живым, архисложным, как сказал бы Ленин, текстам, с их переводом и комментариями на русском языке. Завершается процесс обучения выполнением упражнений с комментариями на русском языке. Я называю этот вид обучения детализацией. Вперемешку с комментариями или без, только на английском языке, автоматизирующими навыки правильной устной речи. Я называю этот вид обучения ВАУ. Подчеркну. В мире существует 2 способа запоминания. Хаотичный, для освоения нового навыка, требуется 1000 часов, и рациональный, в котором нет лишней информации, и который базируется на хорошей, если можно так выразиться, матрице. Традиционная система изучения иностранных языков предполагает следование определенным глупым стандартам. Выучите необходимое количество слов, запомните, в каких случаях используется то или иное глагольное время, причастие, существительное и тому подобное. А система Supreme Learning рассчитана на постепенное систематическое аккумулирование знаний и навыков, которое неизбежно ведет к их активизации. Эффект проявляется значительно быстрее, чем по традиционному обучению, причем сразу во всех формах владения языком. Ученик вдруг обнаруживает, что он понимает читаемый текст, может разговаривать с носителями, просматривать телепередачи, как нормальный человек и тому подобное. Кстати, занимаясь по Supreme Learning, вы лишаете себя шансов что-либо не выучить или не усовершенствовать навыки владения любым языком. Квинтэссенция метода заключается в следующем. Мы очень медленно разбираем живые, сложные, неадаптированные английские тексты. Настолько медленно, четко и понятно, что у вас не остается никаких сомнений, что вы все делаете правильно, что вы просто не можете этого физически не освоить. Поэтому вопрос, добьюсь я результатов или не добьюсь, абсолютно излишен. Все добиваются результатов. Все, что от вас требуется, это элементарная усидчивость. В научных курсах поддерживается нормальная исполнительская дисциплина. Например, если авторизованный преподаватель или я просит вас открыть рот на долгую «а», вы открываете рот, вас просят говорить погромче, вы это делаете. Говорить что-либо помедленнее, вы замедляете скорость речи.
Вас просят не говорить по-русски, вы не говорите. Вас просят не задавать вопросы, вы их не задаете. Если вы следуете этим элементарным требованиям, процесс обучения проходит наиболее быстро и эффективно. Проще говоря, во время урока вы просто делаете точно то, что вам рекомендует преподаватель, причем очень простые вещи, которые может делать каждый. И в этом случае вы добиваетесь замечательных результатов. Не имеет никакого смысла экспериментировать и мешать работе преподавателя. Метод основан на детализации до мельчайших подробностей всей фонетики, артикуляции, орфоэпии, а потом автоматизации навыков устной речи. То есть не освоить это просто невозможно. Вы не должны задаваться вопросом, зачем это нужно. Это просто нужно. Есть такие моменты во время обучения, когда вы можете задавать любые вопросы между циклами автоматизации. Но если вы не будете периодически идти по материалам, хотя бы по 45 минут без перерыва, вы не сможете автоматизировать навык. На очных курсах, если нарушается процесс освоения, мы просто все останавливаем, и материал начинается сначала. Точно такой же подход применяется студентами-заочниками самостоятельно, и с этим все прекрасно справляются. За последние несколько лет мы обучили заочно тысячи людей из разных стран мира. Среди них не было никого, кто бы занимался периодами по 45 минут, просто следовал материалам и их не освоил. Эта информация есть в интернете, то есть она доступна. Везде утверждается, в кавычках, цитирую, если хотите освоить английский, выпишите курс Supreme Learning. Придется попотеть, но результат того стоит. Другие способы изучения языка рассчитаны на годы. Вы можете обратиться на курсы при театральных училищах, куда вас не примут, если вы не сдадите вступительный экзамен. А его вы сдать не сможете, пока не поставите все произношения, замкнутый круг. Ни у одного иммигранта, ни у одного бизнесмена, который не поставит все произношения, нет шансов на то, чтобы к нему стали относиться как к человеку интеллектуальному, а не просто к какому-то. Здесь не нужно заставлять себя запоминать, напрягать свою память. Нужно просто усваивать информацию. Студентам-очникам не дается никаких домашних заданий. Заочники идут по такой же матрице, только самостоятельно, постоянно советуясь с преподавателем. Имеет прямой смысл потратить несколько десятков часов на освоение нормального английского, чем бесполезно пытаться это сделать в течение всей жизни. Дело в том, что по частям он не учится. Мы сразу идем по сложному тексту, разбирая каждое слово, раскладывая его на сегменты, как иероглифы, то медленно, то с нормальной скоростью. У вас, в отличие от большинства иностранцев, есть шанс освоить нормальный английский. Еще раз подчеркну, что в кавычках «напрягать извилины» от вас не потребуется, ничего сверхъестественного или сложного в обучении нет. Сам факт того, что вы смотрите данный семинар, уже говорит о том, что у вас появился реальный шанс освоить нормальный английский. Поздравляю вас! На этом я хотел бы закончить свою презентацию и пожелать вам успехов в освоении языка. Всего самого доброго!